Об Аляске я слышал с раннего детства. Мой отец, сколько себя помню, горел историей Русской Америки, историей подвигов и открытия российских путешественников. Экспедицию на Аляску по следам русского исследователя Лаврентия Загоскина мы готовили несколько лет и всю жизнь. Наша задача – пройти его маршрутом по внутренней Аляске, местам и сейчас более диким, чем джунгли Амазонки. Повторить его путешествие, которое стало открытием Америки. Не той, которую мы все знаем как США, а той, которая всего 200 лет назад была русской и простиралась от Аляски до Калифорнии и Гавайских островов. Тогда мы еще не знали, что не вернемся домой прежними. И для каждого из нас это путешествие на пределе собственных сил окажется серьезным испытанием и открытием собственного «я». Июля 2009 года. Сан-Франциско, Калифорния. В 2 часах езды отсюда и находится самая южная точка Русской Америки – Форт Росс. Место знаковое для нашей истории. Впервые установил связь с Калифорнией тот самый камергер двора его императорского величества, действительный статский советник генерал-майор Николай Петрович Рязанов. Здесь же произошли события, легшие в основу рок-оперы «Юнона» и «Авось». Русские очень любят хлеб, да? Они хотели здесь хлеб выращивать, и тоже было скот много. И был сад, до сих пор видно яблочный сад на холме там. И было, все это кругом, не только здесь. Сейчас люди смотрят и видят, и узнают про Форт Росс, но не знают про, что это было целое селение, типа колонии. Вот к этому заливу и пристал когда-то корабль морского офицера Лаврентия Загоскина, прибывшего в Русскую Америку по поручению российско-американской торговой компании. Лейтенанту Загоскину поручено исследовать течение реки Букланд, впадающей в Коцебузунд. Вершина этой реки, по удостоверению туземцев, находится в близком расстоянии от вершины другой реки,
Куюкак, впадающий в реку Квихпак. По этому водному пути ежегодно идет весьма значительное количество мехов, а там переходит в руки приезжающих туда чукчей. Для обращения этой торговли в пользу компании следует приискать на месте действительные меры. Я знал трудности предпринятого мной подвига, знал лишения, которым подвергались наши прежние землепроходцы в тех краях, слыхал о неприязненности туземцев, однако ж с внутренним удовольствием оставлял столицу наших колоний. Я как-то был уверен в благополучном возвращении. Лаврентий Загоскин прошел по Аляске тысячи километров, зимой и летом, весной и осенью, но предпочитал все же зиму. Взвесив все за и против, мы решили повторить его путь летом. Наша цель – узнать что-то новое о Лаврентии Загоскине, посетить те населенные пункты, которые исследователь описал в своих дневниках. Кросс-пойнт, крайняя точка ее путешествий по внутренним районам Аляски, и две основные базы – Нулата и Russian Mission. Немало проблем доставляет нам мощное течение и огромные плывущие деревья. Это небезопасно. На второй день плавания впереди, вдоль берега, движется черная точка. Подплываем ближе. Мишаня! У нас боится, мне кажется. Медведь был не крупный, черный, по-местному барибал. На Аляске еще водятся огромные гризли. Бурые медведи – те уже охотники и рыболовы. Встреча с гризли смертельно опасна. Мы решаем принять дополнительные меры безопасности на стоянке. Для этого встали лагерем на небольшом острове посреди реки. А медведь уже убежал. 3 декабря 1842 года. В данной мне инструкции не было означено, каким образом я должен был производить свое путешествие зимой. В редуте я мог приобрести свору собак специально для себя, как то делали до меня некоторые отрядные начальники. Имел средства приготовить и несколько запасных провизий, но рассудив, что успех экспедиции наиболее зависит от примера начальника, я отстранил от себя всякое преимущество и удобство. Крепкий восточный ветер к 8 утра превратился в пургу. Понесло и сверху, и снизу, закрутило, и в четверть часа огнище, нарты, собаки превратились в снежные сугробы. В течение дня, промокшие до костей от внутреннего испарения и тающего сверху снега, мы спасались в кустах прилежащей пади, осматривая по временам друг друга, чтоб кто заснув не замерз. 9 декабря. Вчера мы раздали собакам последнюю юкулу. Близ 4 часов за полночь нас так завалило снегом, что часовой нашелся вынужденным отгрести нарты и меня. До света еще далеко. Пригоже было бы воротиться. Что так? Да весь корм, кормилец, выведем в один конец. Видишь, как засыпало. Пока снега не окрепнут, замает нас грешных этот путь. Июля. Утром выясняется, беспокоились мы не зря. Мишутка здесь прошелся. Интересно, что в нашей экспедиции все рязанцы. Возглавляет ее мой отец, Михаил Малахов, герой России, почетный полярник. Когда-то вдвоем с канадцем Ричардом Вебером они вошли в историю тем,
что совершили автономный переход с материка до Северного полюса и обратно. Первый раз готовим еду. Вода, муть и грязь. В реке не искупаться, не умыться, не зубы почистить. Вот уж действительно, молочная река, кисельные берега. Впереди первое индейское поселение на нашем пути. Причаливаем недалеко от действующей рыбочерпалки. В лотке штук 10 лососей. Так вот рыбку ловят на Юконе. Кстати, рыбочерпалка не местное изобретение. Эта машина была занесена на Аляску с рек Колумбия и Сакраменто в ходе золотой лихорадки охотниками за удачей. Центр поселка Танана ниже по течению примерно в километре. Вплываем в него мимо вешалов с юколой, вялящимся на ветру лососем. В селе много квадроциклов. Кажется, на них разъезжает все население. Это около 300 человек. Есть две школы. Но самое удивительное то, что в индейской деревне Танана на другом краю земли есть русские фамилии, в частности Мадюсик и Исмалка. Думаю, что Мадюсик от уменьшительно ласкательного Надюсик, а Исмалка от Измаила. Коренное население Аляски – индейцы Атапаски и эскимосы Юпики. Их земли, лежащие вдоль Юкона и Кускаквима, это самая сложная в мире территория для проживания. Здесь ничего не растет, земля скована вечной мерзлотой. Те суровые условия, в которых живут аборигены Аляски, трудно сопоставить с теми, которые выпали, например, аборигенам Австралии. От 21 века здесь квадроциклы и интернет. Все остальное так же, как было сотни лет назад. В Танане нам невероятно везет. Чем-то мы понравились Атапаскам. Нас приглашают к 7 вечера на индейскую церемонию «Потлач» в местный комьюнити-холл, что-то вроде сельского клуба. До нас увидеть на Аляске «Потлач» своими глазами удалось только Лаврентию Загоскину. На «Потлач» собирается вся деревня, и только по важным поводам. У нас повод не самый приятный – поминки. Для начала выдают тарелки с супом из лося. Это обязательный атрибут «Потлача». Куски размером с 2 кулака. Мы растерялись, съесть это невозможно. Оглядываемся по сторонам. Лосятину все забирают с собой. Пока трапезничали, разговорился с соседкой Ириной по фамилии Николай. Она живо интересуется русскими корнями своей фамилии. Еще ее бабушка знала русский. Между тем раздался первый удар в бубен. В импровизированном круге появился местный шаман. Царило невообразимое веселье и воодушевление. Вот тебе и поминки. После этого в центр зала принесли подарки. Полотенца, рукавицы, носочки и прочую мелочь в огромном количестве. Мне сказали, что те, кому достанутся подарки, должны станцевать Good Luck Dance, танец удачи. Это нужно сделать обязательно, чтобы все в этом году было хорошо. Это был вызов. Все глаза в зале устремились на нас. Повисла пауза. Я вышел вперед. Вот это люди, вот это обряды. Плыли мы молча, сказать нечего. Время замерло, культура и традиции не поддаются изменению.
5 января. Поутру -25.5. На ходу нет возможности отморозить ноги. Во время сна, в особенности если лечь, не переобувшись, это случится непременно. Как ни кутайся, с ног поддувает и продувает до озноба. Меж тем, как просушить одежду близ огня при 25-градусном морозе, не представляется никакой возможности. Главное направление пути было, как и вчера, на северо-восток, 67 градус. Между мелкого елового леса и узкой речкой. Туземцы называют ее Каталитна. В ее вершине, по их словам, живут бобры. Поутру -30.5 мы тронулись в путь. Перевал на расстоянии 5 или 7 миль простирается между высокими обнаженными горами. Холод становится ощутителен. Даже на ходу опасно снять рукавицу. 8 января. Ртуть замерзла. Ясно, тихо. Снегом, как лезвием, режет полозья. Мороз и для собак становится невыносим. При каждой кочке или выбоине они ложатся, сворачиваясь кольцом. В полдень с передней нартой пришли на жилах, расположенные на левом берегу Квихпака. Туземцами мы были встречены предупредительно. С осени дошел до них слух о следовании в Нулата русского настоящего Тайона. Промерзнув до костей, в течение последних 4 суток, когда мы несколько отогрелись, нас стал одолевать сон. По службе удавалось мне не спать ночи по 2, но никогда я не чувствовал такого изнурения. Нельзя было слепо довериться жителям, которые дважды покушались на истребление наших отрядов. Так в 1839 году на этом жиле тыкаексанцы едва не зарезали Дерябина. Утро оказалось жарким и безветренным. Надоедливая мошкара облепила тела. Первая ночевка на берегу Юкона, вернее, у места впадения вот этой реки, ее название Талзитна, в Юкон. Вот он, в дымке, острова в утреннем тумане просматриваются. Давно мечтали о таком утре, и вот оно. Что у нас там? Похвались. У нас тут икра. Ура! Молодец, парень! Я уже 2 дня без икры живу. Снова в путь. Через несколько километров начались величественные обрывы по левому берегу Юкона. Смесь льда, здесь вечная мерзлота, и местных пород, ила и песка. Эти места называются Палисадес. Мы подплыли ближе к берегу. Я почувствовал могильный холод. И неудивительно, ведь это кладбище животных ледникового периода, мамонтов и шерстистых носорогов. Зрелище завораживает. После одного из обрушений мы стали держаться подальше от берега. В воздухе витает какой-то страшный запах, напоминавший то ли метан, то ли сероводород. Сделали остановку около ручья. В метрах в 70 от устья он перегорожен капитальной бобровой плотиной. Бобры плавали тут же и совершенно ничего не боялись. Кстати, бобры, особенно морские каланы, и были главной причиной, по которой российско-американская компания организовала экспедицию Загоскина. Дело в том, что мех морского бобра калана самый плотный из всех млекопитающих, около 100 000 волосинок на квадратный сантиметр.
В 19 веке, во времена Загоскина, шкурка такого бобра стоила 300 рублей, тогда как двухэтажный дом стоил 30, а за 50 рублей можно было купить самого дорогого арабского скакуна. Разведать пути, по которым ценные шкуры уходили к чукчам, перепродававшим их втридорога, и было главной задачей исследователя. В результате охватившей Аляску меховой лихорадки к началу 20 века Калан практически исчез. На входе в ручей стоят две стаи рыб. Это догфиш, то есть кита. Кстати, американцы не едят икру, для них это рыбьи яйца. Без удочки вытащил. Как твои эмоции? Расскажи, как ты это сделал. Подошел, посмотрел, гляжу, тушка лежит. Взял, достал. Я настоящий рыбак. Чем еще принципиально отличалась экспедиция Загоскина от всех предыдущих? Тем, что пропитание они добывали себе самостоятельно, а не покупали. Вот в таких ручьях ловили рыбу, охотились на животных. В дневниках Лаврентия Загоскина мы нашли координаты самой крайней точки его исследований. Отряд Загоскина не смог пройти на байдарках тяжелый перекат. Им пришлось повернуть назад. В память об этом 165 лет назад он поставил деревянный крест. На современной карте в этой точке надпись «Cross Point». Вполне возможно, что именно крест Загоскина и подсказал американским топографам назвать это место именно так. Четвертое марта. После обеда, пройдя по свежему следу туземцев лесом и озерками, достигли в сумерках жила Хатылькакат. Нам предстояло встретиться с теми самыми малегнютами, которые, по рассказам туземцев, хотели нас убить. Вечером я желал узнать, за что верховые жители хотели нас встретить неприятельски. Мне единодушно отвечали, что то было нам говорено о налегнютах, следующих жителях верховья Квихпака на нашем пути. Я никакими обещаниями не успел склонить ни одного из них проводить нас до жила Акшадак. Общий отзыв был следующий. Вас мало, и налегнюты убьют вас за то, что вы убили у них одного из главных старейшин. Они и нас просят выжечь селение ваше в Нулата. Но мы отказываемся, потому что вы даете нам бисера, бусы и котлы. Поутру минус 1 градус. Тихо. Трудность хода в такую погоду понимает только бывалый. Ему знакома и эта боль ног, и расслабление всего тела, и туман в глазах, и обмороки от изнеможения, и неутолимая ничем жажда. Двадцать июля. После длинного перехода отсыпались. Сверяем показания GPS и координаты из дневников Загоскина. И понимаем, похоже, мы нашли то самое место. Исторический момент. Совершенно исторический момент. Вот на этот бугор, сейчас его посмотрим, и идем ставить крест. Это наиболее восточная точка по реке Икон, которой достиг Загоскин. И на тот период, а это 1843 год, это была исследованная территория Русской Америки. Удивительно, что наш лагерь с точностью до нескольких, в худшем случае, десятков метров, а то, может быть, просто в несколько метров, по координатам совпадает с местом, где, очевидно, стоял наш знаменитый земляк. Отправляемся обследовать остров. Итак, Загоскин. Горы берега представляют в этом месте довольно высокий разлог, отстоит 8 миль от берега. О, вот они, все правильно, вот холмов. Видел. Вот он на холмов тот... левого не видно за многими островами. Ну, про горы он это говорил. Но по логике вещей, конечно, вот этот мыс самый такой. Установка креста для всей нашей команды скорее ритуал.
Этот участок подвержен активной абразии. Крест мы поставили примерно в 4-5 метрах от обрыва. В течение нескольких лет он будет смыт. Вот в этой капсуле земля из сада, который выращен руками Лаврентия Загоскина в его имении в селе Абакумово Пронского района Рязанской области. Он там прожил более 40 лет своей жизни, но навсегда его душа была на Аляске. Удивительно то, что мы сейчас находимся как раз на границе бывшей России, бывшей территории России. Как будто на другой планете. Небо приобрело сюрреалистический цвет из-за зарева пожара. Наш лагерь смотрится пристанищем пришельцев на Марсе. Смотреть даже кругом. Тут можно даже ничего не говорить. И все так понятно. Мы выплыли из зоны пожара, и на горизонте показался поселок Галена. Местные нам рассказали, что здесь живет русский. Яков Погребинский, колонист 21 века. Яков уже знал о нашем приближении и специально ждал нас на реке. Мы ели рыбу и разговаривали рядом с вешалами, на которых рядами висели тушки лосося. Заготовка корма для ездовых собак. Частые гости у дома Якова на Девил Крик – медведи. Если у вас лагерь, у вас лодки, все пахнет, он знает, что это не его. Если он к вам лезет, это по причине. У него что-то, у него голод или что-то в голове не так, что-то с ним не так. О себе Яков рассказал, что он оказался в США еще в детстве, вместе с эмигрировавшим из России отцом. В США освоил профессию кузнеца. Этим и известен по всему Среднему Юкону. Построил себе избу на лесном ручье в местном заказнике, ловит рыбу и охотится. В бревенчатом срубе у него буржуйка и книжная полка, где обнаружился Достоевский, Толстой, книги по истории и другая литература высокого полета. От него же мы узнаем потрясающие подробности о мифологии индейцев-атапасков. Они очень закрыты, и это то, что может узнать только живущий здесь человек. Атапаски верили, что в древние времена люди понимали язык животных, жили с ними в согласии, и благодаря этому мир был в гармонии. Но в какой-то момент человек это знание утратил из-за греховного поступка. Атапаски считали, что утрата понимания животных – это самая большая беда для людей. Ведь все в мире взаимосвязано. Если ты убьешь чайку, то через длинную цепь взаимосвязанных последствий это зло неизбежно возвратится к тебе. И внешне это плохое для тебя событие будет совсем не связано с тем злом, которое ты совершил. Здесь их как бы не покорили, совершили с ними сделку. Все свои права, все свои земли они продали. В противоположность индейцам в других штатах. Они продали государству за большое количество денег, за определенное количество земли, за определенные права, за определенные блага. Яков много суетился, словно все боялся что-то важное упустить, не рассказать. В то же время старался нас накормить рыбой. Он делал все для того, чтобы нас как можно дольше удержать, подкидывая интересные факты в топку разговора. И только на берегу, когда мы уплывали, он вспомнил, что так ничего у нас и не выспросил, так и не узнал, как живут теперь в той части света, которую он когда-то покинул. Идем в ночь. Первые звезды показались 2 дня назад. Итого за сегодняшний день порядка 60 километров. Самое сильное впечатление – светящиеся глаза в кустах, по берегу Юкона. Проснувшись, у лагеря обнаруживаем следы. Ночью вокруг ходил волк.
какие-то проблемы. Уха из трех видов рыб. Здесь у нас лосось, заходит, здесь выше, у нас все, форель. Да, вот у него красное мясо, очень нежное, я бы сказал, даже розовое. А вот эта белая рыба, это хариус. Паш поймал на речке под названием Blackburn, значит, черный сгоревший ручей. На подходе к Нулата, одной из баз Загоскина, я увидел на берегу лису. Мы подплыли к ней ближе, что совсем ее не смутило. Она нас не боялась и позировала перед видеокамерой. Красавица ты моя! Лисенок отвлек меня от размышлений. Как встретит нас индейцев Нулата? Будут ли они рады нашему вторжению в их мир? Удастся ли нам узнать что-нибудь новое о Лаврентии Загоскине? Около полудня снег перестал. Мы увидели своих. Староста артели Внулата оканчивал второй рыболовный запор. Обрадовались, обнялись, как родные, и в 2 часа пополудни в дымной, грязной конурке байдарщика мы оба благодарили Бога, что поход наш кончился без важных последствий. На службу в колонии поступают люди, видевшие свет не с палатей, притом содержатся на полувоенной ноге, и потому место, огороженное глухим забором, называют редутом. Избу казармы, волоковое окно бойницей, отдельную стряпню кухней. 4 человека русских служителей колонии и 1 кадьяхский креол, уроженец Калифорнии, составляют команду заселения. В Нулате сегодня живет около 300 человек. Абсолютное большинство – индейцы Атапаски. В офисе племени руководитель экспедиции рассказал старейшинам о цели визита и торжественно вручил памятную доску с именем Лаврентия Загоскина. Да, это все Ивановы нас встречают, ребята. Все Ивановы? Да. В середине 19 века в поселке Нулата была страшная резня. Всех русских, точнее уже не русских, а креолов, начисто перебили. Тем не менее, все местные атапаски очень горды, что в них течет русская кровь, и всегда это подчеркнут. Сами индейцы, как нам показалось, очень закрытые люди. Нам так и не удалось наладить с ними контакт. Наша экспедиция вступила на самый сложный участок Юкона. Этот участок реки местные боятся. Нас предостерегли. В районе Нулата бывают очень сильные ветра и крутые волны. Река здесь широкая и намного мель течет в одном направлении, без поворотов и изгибов. Мощная аэродинамическая труба. Супер-пупер. Спасибо, Аляска. Юкон показывает свой характер. Начался мелкий, нудный, противный дождь, который Загоскин описывал как буз. Продолжался почти весь день и создавал дополнительные проблемы при движении. Мы оделись во влагонепроницаемые костюмы, которые, понятно, уже через 2 часа были полны воды. И мокрыми пришлось грести до конца рабочего дня. А тем временем Олег Ярославович до сих пор
выхлёстывал воду из своего салона. Да, вот так вот справляемся с последствиями стихии. Но это нас не останавливает, поэтому через непродолжительное время отправляемся. Отправляемся дальше. 22-26. Всего пройдено порядка 600 километров. Бус и волны не прекращаются уже несколько дней. Однако не жалуемся. Экспедиции за Госкиным пришлось намного хуже. Они по полгода проводили в мокрой одежде, без возможности просушить ее. Второе августа. Вот с год лишком, как я в сообществе простолюдинов и ежедневно среди так называемых дикарей. Но первые ревнуют об общей пользе Отечества, и беседы с ними, никогда не наскучая, часто бывали мне поучительны. Вторые по нравам и обычаям своим возбуждают мое любопытство и участие. 16 августа. Пасмурно. Бус и дождь. Остались на месте. Вот полмесяца, как ежедневно дождь. Словно растворилось небо. Выражение простонародья. То льет, то сеет бусом. Старослужащие в этом крае русские рассказывают, что в течение 10 лет, то есть с основания редута, примечено, что август бывает дождливее всех месяцев года. При трудности похода мы порядочно голодали. Чтоб устраниться от голодовки, мы вынуждены были обратиться к туземцам. У меня оказался товар, на который команда прокармливалась почти всю зиму и весну. В проезд мой в российско-американские колонии через Сибирь я заезжал на родину. Старик, отец, купил на несколько десятков рублей разных цветов стекляруса, бус, серег, колец и прочего. Отдавая мне, батюшка как бы предвидел будущее, сказав: «Это пригодится тебе». Я недоумевал, к чему могла быть полезна эта копеечная художественность. Промысел Божий не дал отеческим словам пропасть в туне. Вечером наш этнограф Павел Филин совместно с руководителем экспедиции сверяли координаты Загоскина с показаниями GPS. Ошибки до 6 километров в одном направлении. Впрочем, только там, где у него не было времени на долгие расчеты. Вообще результаты удивительные, если учесть отсутствие современных приборов. В экспедиции психологический надлом. Спор разгорелся по поводу очередной деревни на горизонте. Остановиться или идти дальше? Все же решили подплыть, ведь Анвик – последняя деревня индейцев атапасков на нашем пути. What's your name? Crockett. Smile, sweetie. Sweetie. My wife. В селе разрешено употребление и продажа алкоголя. Потлачи не бывает, танцев индейских тоже. В Анвике русских фамилий нет, в основном французские. С Россией никаких связей проследить не удалось. На мой вопрос, что главное для вашего сообщества, отвечают: вырастить детей и чтобы они не пили. И здесь мы, первые русские за последние 160 лет. Места действительно исторические. С большим удивлением в Анвике мы обнаружили небольшой, но самый настоящий музей. Музей – логичное завершение территории атапасков. Нам сказали, что дальше будет совершенно другая культура и другие люди. Юпики, известные на нашей далекой родине, как эскимосы. Наконец, мы увидели Russian Mission, русская миссия. Это место с Загоскиным связывало очень многое. Сразу бросается в глаза, на многих домах таблички с русскими фамилиями, преимущественно кожевников и бельков. Отправляемся в племенной офис. Hello to everybody. And we are from Russia. My name is Dr. Malakov, Misha Malakov. I'm a leader of this expedition. And this is our team, six of us, but total eight of us.
Вождь племени Мария Белькова встречает нас очень гостеприимно. Как выясняется, она – прямой потомок Захария Белькова, одного из первых русских миссионеров на Юконских землях. Она говорит о том, что я принимаю это от имени всех людей нашего деревни Russian Mission. Вообще, детей чуть не половина в селе. Расспросили нас, откуда мы. Далее стандартный диалог, который мы уже слышали раз 10. Мы из России. Из России, о, у нас предки тоже русские. Сейчас 6 августа. Наше выступление. Здесь все совсем не так, как в том же Нулата. Мы вызвали неподдельный интерес. Старейшины, члены совета племени, дети, пришли многие. Нашему восторгу в Russian Mission все хорошо знакомы с именем Лаврентия Загоскина. Мало того, помнят и других русских – Якова Нецветова и Захария Белькова. В поселке две православные церкви. Одна старая, заброшенная. Вторая построена 12 лет назад. Здесь нас ждали настоящие сокровища. Копии метрик, начиная с 1852 года и до середины 20 века. В шкафу в храме много церковно-служебных книг. Некоторые здесь до сих пор, спустя почти 200 лет, знают немного русский язык и могут читать. Интересный факт. Жители Аляски называли русских «косяка». Видимо, происходит это слово от испорченного «казак». And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And stars, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. We might try sinners for the evil. Поразил теплый русский прием. Нас угощают местными блюдами. Разнообразная рыба, вареный лось, местный чай агиак из тундровых трав, а самое главное – прообраз того самого эскимо – смесь молока и разных ягод, которые здесь на самом деле называют акичак. Здесь мы выяснили еще один любопытный факт. В 1971 году индейцы после многочисленных исков правительства США наконец раскачали федералов на подготовку и принятие закона об удовлетворении исков коренных народов на землю, благодаря которому они получили огромные компенсации и участки земли в свое распоряжение. Важнейшим источником для написания этого эпохального в жизни индейцев и эскимосов закона о правах на землю стали именно дневники Лаврентия Загоскина. Мы опять на воде. Где-то в тундре раздается курлыканье журавлей. Идет мелкий бус. В сочетании с ветром промокаешь так же, как и под проливным дождем. Здесь, на берегах Юкона, мы впервые увидели аляскинских воронов. Это хороший знак. Юконский ворон – так индейцы называли Лаврентия Загоскина. Для них это имя было знаком царственной власти. Ни до него, ни после, ни один европеец такого не удостаивался. Это было знаком уважения. Ведь совершить такое путешествие казалось практически невозможным. Пешком, на лодках и собачьих упряжках, в лютый мороз и ливень, летнюю жару и весенний разлив, за 2 года он прошел более 5000 верст и впервые положил на карту среднее и нижнее течение крупнейших рек Юкон и Кускоквим. Это была самая масштабная экспедиция российско-американской компании во внутренние районы Аляски.
Плывем уже 12 часов. Изнурительный труд. Ветер по-прежнему в лицо. Волна – сильная качка. Не только физически тяжело, но и морально. Усилий много, а прироста расстояния никакого. Мы вымотались, но все же решили идти дальше в ночь до Сент-Майкла, основанного русскими в 1831 году. На восходе на всех лодках стали отключаться. Из-за труднопреодолимого желания спать гребля превращается в ад. Впереди нас безбрежный океан, Тихий океан, Берингово море, залив Нортон. Мы на конечной стадии. Где-то вон там, под облаками, конечная точка маршрута Сент-Микаэл. Там был форт Редут, Михайловский Редут, откуда загрузка начинала свою экспедицию. Нам повезло, а мы вышли в море после трех дней беспрерывного дождя, вдруг солнце. Это награда за упорство, настойчивость, за то, что все-таки мы решились на это, мы сделали это. Итого на байдарках 23 часа, 80 километров по морю и морской протоке. Позади бессонная ночь, но мы добились своего. Вот он, Сент-Майкл. Наша презентация около 10 вечера в зале, где народ собрался поиграть в бинго. Мы со своим выступлением с трудом вклинились между играми. Нас попросили подождать. Даже приезд первых русских за последние 200 лет не смог изменить расписание. Сначала бинго, а уже потом вопросы, кто мы такие и что мы здесь делаем. Эта лотерея здесь на Аляске сродни национальной идее. Местные живут призрачной надеждой когда-нибудь выиграть в бинго. Табличку передали мэру, очень активной женщине, лет 40. Наконец, покончив со всеми официальными процедурами, мы оказались там, куда давно стремились наши сердца, куда мы шли больше месяца. Мы сидим на берегу озера, которое носит имя нашего великого земляка, первопроходца Лаврентия Алексеевича Загрузкина. В мире не так уж много мест, которые носят имена русских исследователей. Удивительное озеро в глубине вулкана, поросшее кустарником, а вокруг полно ягод, как в России. Если бы Аляску не продали, здесь до сих пор бы разговаривали на русском. А в остальном, наверное, изменилось бы немногое. Вот разве что не было бы личных самолетов, и уровень доходов был бы ниже. Зато жизнь индейцев текла бы по-прежнему. И атапаски и юпики все так же, как 200 лет назад, живут в полном контакте с окружающей природой. Ловят рыбу, собирают ягоды. Решают все проблемы на совете племени. Идея продать Аляску принадлежала брату Александра II, великому князю Константину Николаевичу. Он и притворил ее в жизнь. Историки и по сей день спорят, было ли это правильно. Во времена Лаврентия Загрузкина Аляску только-только открывала западная цивилизация. Русской Америка была всего немногим более 100 лет. Из них те самые внутренние районы активно осваивались лет 20. Так вот, самое важное открытие нашей экспедиции. Те 20 лет, что русские были на Аляске, наложили кардинальный отпечаток на всю ее историю. У такой далекой Аляски русская вера, русские фамилии и русская душа. Ну а мы сюда обязательно вернемся, ведь для нас это возвращение. Возвращение к родным берегам. Начитались мы, что ли, Джека Лондона книг, и Аляску до боли полюбили из них. Ах, Аляска, Аляска вся в снегах и бела, и как чудная сказка быть бы нашей могла. Мы ходили в походы на Клондайк и Юкон, в царстве дикой природы есть суровый закон. Ах, Аляска, Аляска вся в снегах и бела, и как чудная сказка быть бы нашей могла. И пущусь я пляску, только в бубен ударь, жаль, что продал Аляску самодержец наш царь. Ах, Аляска, Аляска вся.
вся снегами вела. Ты как чудная сказка, ты бы нашей могла.